Завтра. Она была здесь, пока мы гуляли. Твоя жена, бывшая. Премьера. Новая прическа, одежда. У меня ощущение, что ты меня копируешь. Ну что за паранойя? Твоя бывшая жена, шизофреничка, постоянно вторгается в мою жизнь. Где мы? Ну вот и все. Тебе никто не поможет. Сквозь слезы и к счастью. Кто вместо Ольги сейчас в психушке? Спасибо. Пока прошлое не разлучит нас. Завтра в 19:00. Домашний главный женский.